Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим на тему недвижимой Словении. Те, кому посчастливилось побывать в Словении, практически сразу влюбляются в эту маленькую страну. Сразу отметим, что физические лица, граждане других государств, не имеют права на покупку недвижимости. Это могут сделать только юридические лица. В дальнейшем иностранный предприниматель, вложивший деньги в приобретение недвижимости в Словении, может рассчитывать на получение ВНЖ этой страны. Для выбора объекта недвижимости рекомендовано подписание договора о посредничестве, в котором указываются все права и обязанности сторон. После того, как выбор сделан, начинаются дополнительные проверки, связанные с юридическими вопросами. После задатка наступает черед технической документации, в которую входят и договора, и переоформление коммунальных услуг. В течение 15 дней новый собственник должен подать декларацию, с которой исчисляется налог за недвижимость. Иностранцы могут купить словенскую недвижимость по ипотеке, достаточно внести 50-60% и заключить договор с банком от 3 до 4% годовых, максимум на 5 лет. Если вы мечтаете приобрести недвижимость в Словении, свяжитесь с специалистами нашей компании по указанному номеру телефона. Всем пока, до новых встреч!